Около 600 человек приняли участие в фестивале «Будь здоров». Все прошло на площадке исторического парка «Россия. Моя история». Гости смогли пройти обследование у специалиста в ГКБ и получить консультацию. Не обошлось и без образовательной программы. Участники фестиваля проходили тесты, слушали лекции и принимали участие в тренингах. Гостям рассказывали о правильном питании, важности занятий спортом, говорили и о здоровом сне. Ключевым событием фестиваля стала встреча с двукратным чемпионом мира и Европы по смешанным единоборствам Магомедом Магомедшариповым. Он провел урок здоровья.